Номер бірінші стендап-комик. Нұрлан Сабуров. Так, ну... Біздің түнгі студияда соңғы рет 2017 жылы болдың, эфир шықты, одан кейін түнгі студия жабылды. Біз әдейі сен ертерек осы жолы шақырдық, өйткені басталмай жауап қамайтын шығар біздің бағдарламаға. Каждый раз, когда у меня тур в Казахстане, я по традиции захожу к тебе на студию. А что случилось с прической? Я понимаю, что это ошибка. Мы концерт через ТикТок посмотрели. Я уже, мне не с чем выступать уже. Пол концерта на Ютубе, пол концерта в ТикТоке, в Инсте. ЧБД. Чалпон, жалгасы было мы, газы? А это выходит в эфир, да? Мы не просто собрались, да, поговорить, нет, да? Нет, конечно, нет. Казахша стендап кашу, уингс да барма? И что было дальше?